подожди, подожди, что ты делаешь? Что ты сделала, Ира? О, какое дырище! Ты что, порезала платье? Ира! Фу, фу, как жарко. Ужас. И волосы надо собрать. Умираю от жары. Так, надо посмотреть пару платьев, чтобы выходить с Андрюшей на прогулку. А то эти шорты уже все смеются с меня в одинаковом. В одном и том же хожу. Так, это в цветочке интересненькое. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да не очень. Спина открытая. И в обтяжку чересчур нет. Не подходит. Оно еще это у меня было коротенькое такое. Тоже интересненькое. По-моему, оно мне маловато. Это уже надо Ирочке подарить. О, мое любимое, желтенькое. В цветочек. Как я люблю этот сарафанчик. Ну да, коротенькое немного. Зато на лямочках открытое. И я то, что загорела, к лицу очень даже хорошо. Я думаю, что мне подойдет этот сарафанчик. Да и папе понравится, Андрею. Короче, это пойду отнесу в шкаф, потому что жара. Куда я смогу это надеть? Так, ставлю его здесь. Пока Андрюшка там спит, не хочу заходить. И потом проглажу его. Ну и посоветую с Ирочкой. Не очень оно короткое. Так оно вроде бы легкое, ткань хорошая, не очень-то и мнется, но как будто коротковатое. Ну, поговорю еще с Ирочкой, спросим. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ого, какое милое платьишко. Его что, мама оставила? Наверное, она и маленькая. Я бы такое не одела, мне такое не идет, но она такая милая, какая она прекрасная. Ну ладно, мама придет, у нее спрошу. А сейчас буду играть. Что, осталось только это платье? Привет. Какое у тебя красивое розовое платье, но оно тебе не идет, к сожалению. Вот это тебе большое, да и крылья такие большие. Это желтое платье тебе вообще не идет. Ну а синее я не могу забрать. Эх, и что теперь делать? Во что тебя одеть? Ты такая красивая, а вот платья у тебя совсем нету нормального. Слушай, смотри, мама оставила это платье тут. Она и точно маленькая, да и я такое не надену. А материал, смотри, какой красивый. Давай мы разрежем вот эти кружева, и я тебе сделаю платье. Ага, так, где там ножницы? На моем столе. Аккуратно надо порезать кружева, чтобы платье получилось аккуратным. Ира, о, какое дырище, ты что порезала платье, Ира, как ты могла вообще порезать это платье, Ира, что с тобой, ножницы эти, как ты могла вообще порезать это платье, приготовила себе его одевать, Ира, на лето, все уже смеются, я в одних и тех же шортах хожу, Андрюша спит. Я не хотела брать гладилку, положила его сюда так аккуратно, чтобы, не дай бог, не сел кто-то и не запачкал или не порвал. Мое любимое платьюшко, как я сейчас буду без него? Ты знаешь, как оно мне дорого, Ира, я его носила и носила, какое отличное качество и материал. Я даже не знаю, что сейчас можно придумать, либо валан заново застрочить. Смотри, какое дырище. Ну я же не знала, мама, ну прости меня. Ты его тут оставила, даже мне сказала, мои куколки не имеют что носить. И я решила порезать этот валанчик и сделать им вещички. Ира, ты вообще о чем говоришь? Меня же так волнует, что твоим куколкам нечего носить. Не могла пойти попросить у меня кусок какой-то материала, я бы дала. Ее куколкам нечего носить, и давай сейчас резать все мои платья, да? А если бы я бы...
Вообще бы я хотела 3 платья думала поносить, а если бы я бы их здесь разложила, ты бы мне все порезала? Да, я вообще, конечно, слышала, что девочки режут мамины там вещи, но я думала, это у нас с тобой не случится. Даже я даже представить не могла, что ты разрежешь это платье. А я не могла представить, что ты будешь носить это. Оно такое маленькое. Кажись, тебе оно вообще вот до сюда. Или я похудела, и лето жарко. Я же тоже не могу ходить в комбинезоне. Мне тоже очень жарко. И как раз оно мне было. Ничего, что маленькое. Может, не нравится такое. Ах, ладно. Даже не знаю, что можно будет придумать. Пойду к швее, может, можно будет застрочить. На, носи ты его. Тебе нравится? Порезала мне платье. Ужас. Так, в следующий раз, если увидишь любую вещь, я уже боюсь, наверное, все уберу. Не думай брать ножницы и резать для своих куколок. Вначале спроси меня. Хорошо? Ты поняла? Обещаю, что больше такого не будет. Ты обиделась на меня, что я тебя поругала? Давай, я не хотела тебя обижать, не хотела тебя ругать, но и ты в следующий раз смотри, не режь мне, что попало. А то могли бы быть папины брюки или рубашка, ты что? Я бы их не порезала, куколкам бы не понравилось. Папины брюки, да? Ясно, все. Давай, забудем про этот момент, ты больше ничего не будешь резать, а я пойду к швее, мы уж что-нибудь можно придумать. Так, ты мне дашь материал? Дам я тебе материал, дам, конечно.